Всем привет! Продолжаю отделывать печку. Одну сторону поштукатурил, облицевал плиткой. Так, сейчас облицовываю вторую сторону. В общем, так, разметил так, чтобы вот эта плитка была на уровне плиты самой. Запиливаю плитку под 45. Плитку решил на 1/3 часть смещать. Плитка 25, примерно режу 8,5, вторая часть 16,5 получается. Снизу кирпич, там где будет чиститься сажа, решил сделать здесь вот так вот на глине, просто на глине приклею эту плитку. Тут так же самое и тут, чтобы в любой момент можно было бы крючочками раз подорвал, почистил и назад приклеил. Так, ну что, продолжаю дальше. Так, что у меня идет целое. Так, вот. Раз. Крестики использую 5 мм. Так, стараюсь плитку ставить, ну, в одном направлении. Периодически проверяю горизонтальный уровень. Беру с разных пачек плитку. Вот тут есть и высоко, можно вот сюда подровнять чуть-чуть. Режется тяжело, она вся ребристая.